Здравствуйте, всем здравствуйте, это Фрей. Я должен вам сказать, что после приличного количества мучений, то есть я ходил, наверное, где-то час, или, может быть, даже больше, я не засекал. Я ходил и вот так вот водил вот по всему экрану мышкой, точнее, я даже вру, не просто по всему экрану, а вообще по каждому экрану мышкой. Искал, что здесь есть, вот на эту штуку тоже смотрел, да. А если мне опять понадобится прослушать эти валики? Тогда ты засунешь их сюда, господи. Вот так вот смотришь, все смотришь. Бутылку вместо валиков суешь, да? Нет? Нет? Не пойдете? Нет? Вот, и я понял, что я могу взять мамонта, блин. Нафига я его сюда вез, чтобы взять его потом? Мне такая мысль вообще в голову не приходила. И не то, что этого не помню. Я даже близко не мог тебе предположить, как это сделать. То есть, не как это сделать, а что это надо сделать. Вот. Так что, блин, а вот таковы наши скудные дела. Вот. И, разумеется, до меня почти сразу дошло, что надо делать дальше. То есть, тут, конечно же, во многом, я думаю, играет роль, что я уже проходил Сибирь как-то раз. Правда, это было давно, вы знаете, это было потрясающе. То есть, я имею в виду, я жил в той же квартире, что и сейчас, но играл я в другой комнате. Сейчас я сижу в своей комнате, а тогда я играл в другой комнате. Вот. Ну, просто тогда только там был компьютер. Если я не ошибаюсь, я все-таки тогда там играл, наверное. Может, и нет. Господи, это было так давно, что я ничего не помню. Но одно я могу сказать точно. Компьютер был, конечно, просто супер какой неважнецкий. Просто неважнеченеченеческий. Кстати, как вы думаете, куда я иду? Куда я несу эту дурацкую куклу? Вот постарайтесь отгадать вот с первого раза. Я слушаю. Да, да, вы совершенно правы, вы совершенно правы. Видите, даже, что, да, даже не нужно так долго не играть, то есть, наоборот, не так выступаю. Даже не нужно когда-то уже проходить Сибирь, чтобы понимать, что единственный человек, вообще единственное, хотя бы что бы то ни было, куда можно отнести эту дурацкую куклу, это дурацкий профессор Понс, конечно же, господи. Прошу прощения, профессор. Профессор, это снова я. Профессор, я принесла вам кое-что. Возможно, это вас заинтересует. Посмотрите. И вообще, я даже, кстати, забыл, что я ее везу. Дайте-ка сюда. Так, фигурка мамонта. Да это же кукла Ганса, верно? Точно. Дедушка, как же вам удалось? Господи, боже мой, я держу ее в руках. Она существует. Прошу прощения, я просто потрясен. Вот видите, ваш Ганс и мой господин Форальберг – это один и тот же человек. Боже мой, невероятно! Сколько лет прошло! Как мне благодарить вас, дитя мое? Я не могу тратить ни минуты, мне нужно в лабораторию. Эту фигурку необходимо досконально изучить. Можно позаимствовать у вас это сокровище, детонька? Ну, вообще-то... Не беспокойтесь, мисс, я буду обращаться с ней крайне осторожно. Но не исследуйте ее просто выше моих сил. Это такое чудо, что я готов сегодня же прочитать экспромтом лекцию на эту тему. Да, если вас интересует Ганс Форальберг, вам просто необходимо ее послушать. Вы так считаете? Разумеется. Если вы дадите мне свой номер телефона, детонька, я позвоню вам перед началом. Я верну вам фигурку в конце лекции, даю вам слово. Ну да, и то есть я уже отдал, то есть отдала от... Фигурка теперь у него, скажем так. И новая территория открыта, ей! Срочно, срочно исследовать новую территорию.
И музыка свидетельствует о прогрессе. Какое счастье, я вообще не помню это место. Я был уверен, что его не существует здесь. А оно, оказывается, существует. Так, что здесь звуковой валик. Звуковой валик — это круто. Срочно, срочно его прослушать. Что-нибудь еще? Ай, похоже, больше ничего нет. Если здесь есть только звуковой валик, тогда, черт возьми, мне придется еще пару часов провести в изучении игрового мира, потому что я все еще не понимаю, как же достать эти дурацкие яйца. Это еще что такое, кстати? Ну-ка, Кейт, захимичь что-нибудь. Это что? О, это... Стоп, это вино, что ли? Какого... Стоп, что это такое? Порошок из янгла-колы. Из янгла-колы порошок. А это наверняка связано как-то с вином. С вином. А это что такое? Тоже что-то могу взять. Это... Пинцет. Пинцет. Блин, неужели я должен что-то захимичить из порошка янгла-колы, этого вот вина, этого винограда и тому подобных вещей? Это было бы очень странно, но странно еще и то, что я не могу ничего сделать больше, кроме этого. Да, это повергает меня в очередной тупик. Да в чем дело? Птица, поезд, Ганс, помощь. Он мне ничем не поможет, но... Как бы вы посмотрели на то, чтобы снова увидеть... Ну что ж... Как вы говорите? А, нет, нисколько нет. Он совершенно жутко выглядит с этого ракурса, вот что я могу сказать. Черт, что же дальше? Он... Давайте я изучу эту территорию. Мой щуп прощупает ее и ощутит, если здесь есть что-то интересное. Но похоже, здесь нет ничего интересного. Это самое ужасное, потому что если нет ничего интересного здесь, то есть что-то интересное где-то в другом месте. Я точно не могу никуда применить это дурацкое вино. Да, кстати, возможно, я могу что-нибудь применить из этого на профессоре. Кстати, это вариант. Нет. Блин, и все. Нет. Один сплошной нет. Ну, в таком случае здесь мы вырезаем и... Идем на поиски прослушивания. Че? Здесь ничего нет? Будем, короче, слушать этот валик. Вот что я вам скажу. Вот мы и пришли, и вы знаете, пока я сюда шел, я понял, что ведь я же наверняка могу взять этим пинцетом этот, как его, поддеть это яйцо. О, это значит, что мы находимся, как это называется, in the mood to, не знаю, там, complete this quest of Siberia and something else. Короче, тыкай уже, валик уже. Приготовься к прослушиванию, я не знаю, новой мелодии или что это будет. Куколы? Ну? Ганс, у меня грустные вести. Отец мертв. В прошлое воскресенье он мирно скончался во сне. Мне так одиноко. С тех пор, как ты уехал, отец сильно сдал. Мне приходилось заботиться обо всем. Следить за домом, вести дела на фабрике, управлять рабочими, договариваться с клиентами. Обо всем. А теперь, понимаешь, я теперь не знаю, ради чего все это. Настали тяжелые времена. Эта ужасная война не приносит ничего, кроме горя и разрушений. Автоматы теперь никому не нужны. Меня поддерживает только надежда на твое возвращение. К твоему приезду я превращу фабрику во дворец, достойный твоего гения. Пожалуйста, береги себя. Я тебя очень люблю, Анна. О как! Да, ну, я надеюсь, что прослушать это было важно. Ну, по крайней мере, коллекция валиков явно пополнена. Интересно, что было бы, если бы я их не собирал?
Ну, или это по каким-то по каким-то причинам это невозможно, может быть. Я, к сожалению, не знаю, по каким. Я никогда... Никогда у меня не было такого, чтобы... Так я взял и подумал, вот все, этот валик, очевидно, нужно взять, но... Но его непонятно, зачем его брать, и поэтому я не возьму и проверю, что же это значит. Так что... Я не знаю, как же это так может быть. Вообще, как интересно, сделали специальные щипчики для изъятия яйца из ястреба. Честно говоря, я был абсолютно уверен, что ястреба надо будет завести, и что он проржавел и не работает 2 года, но мы его быстренько починим, и все будет работать. Но вместо этого мы чиним другие автоматы. Мы чиним... Нет, не ястреба, нет. Мы чиним этого, как его, оркестра. Или оркестра. Оркестра. Не уверен, как это именно произносится и говорится. Клещами его. Ей! Слушайте, ну это просто потрясающе. Мне сегодня фартит, да не могу просто. Ну что же, в таком случае увидимся с вами у этого, у... Господи, как это называется-то? У оркестра! Только что говорил о нем, блин. Ну вот я и у оркестра. Как быстро летит время. Кажется, только что водил мышкой по экрану. А теперь уже могу починить оркестр. Ну, по крайней мере, я думаю, что могу починить оркестр. Все-таки это крайне маловероятно, чтобы одного яйца хватило для всего. На тебе. Я понимаю твою логику. Яичная загадка. И как это называется? Крутящиеся колесико. И так далее. О, боже мой. А, я могу спуститься вниз. Угу. Оркестр, ты вроде наверху, какого хрена? Я думал, что механизм здесь, а... Что же получается, механизм внизу? Надеюсь, там никто не прячется. Надеюсь, там нет мышей. Или еще что-нибудь в этом духе. О, боже мой, что это такое? Что это такое? Я вроде ничего особенного не могу. Могу потянуть за рычаг зато. Да. Тяни его. Что происходит? Они заиграли! Ей! Да, ну только какую-то, конечно, грустноватую музыку они играют. Ну ладно, ладно. Кое-как перебьемся. Вот сейчас я судорожно соображаю, как же мы будем открывать дамбу. То есть понятно, что, наверное, нам поможет в этом... как он... Ой, господи. Так, как же его звали-то? Не звали, а как это? А, начальник станции. Человек имеет название начальник станции. Боже мой, уже, наверное, мой чай остыл. Мы просто пишемся уже. Достаточно... О, черт, и даже телефон. Теперь я понимаю, почему я попью чаю. Сейчас я отвечу на телефон, и мы увидимся с вами. О, это, дорогие мои зрители, Анатолий звонил. Анатолий звонил, говорит, а не знаешь ли ты, дорогой мой Фрей, как работать с профессиональным хостингом? Я ему говорю, так, стоп, а куда я иду вообще? А, иду к ректору, точно. К ректорам мы. О чем это я? С хостингом, да. Я говорю, Толя, говорю, это капец. То есть не в смысле это капец, а в смысле я не то что не знаю. У меня даже... Прошу прощения за беспокойство, господа, но у меня небольшая... И поезда, и бла-бла-бла. Так что я, короче, абсолютно, к сожалению, не смог к нему помочь, но мы говорили где-то минут 6. Я заговорил его. Деньги, может быть? Давайте деньги сюда. Господа, я починила ваш оркестр. Он снова играет? Отличные новости.
Мы вам очень, очень благодарны, мисс. Да-да, благодарны. Будем всегда рады видеть вас у себя. Что ж, теперь наша очередь держать слово. Сколько вы хотите, мисс? $100, если это вас не затруднит. Черт, я не могу понять, что такое. Да, не... Мы согласны выплатить вам вышеозначенную сумму. Теперь можете спокойно уезжать. Было бы, конечно, все круто, но... Да, деньги дали, молодцы. Вжих, вжих. Мешочек, по-моему. Кстати, когда вы собираетесь уехать? Да, потому что поезд нужно убрать как можно скорее. Ой, знаете ли, у меня тут проблемы с этим, с... Что-то мы заговорили. Да-да-да, я уже попил чай. Очень интересно, да. Ой, меня беспокоит эта штуковина, этот, как это называется? Слово забыл. Шлюз. Вот меня беспокоит этот шлюз. Вот мне... Кстати, если я не ошибаюсь, вот вы же, наверное, знаете, что есть такая фирма, а может это не фирма, но, в общем, есть такие жесткие диски, которые называются Seagate. Вот, и, кстати, если я совсем не выжил из ума, то, скорее всего, Seagate это и значит шлюз. Вот. Есть такие соображения. Это, знаете, это такая гениальная штука, сидит человек и говорит, что у него есть соображение по поводу чего-то, а где-то... 50% населения уже в курсе. Это как минимум. Ну ладно, ладно, ладно. Ой, черт, я какого-то хрена... Не-не-не, я к нему не пойду. Я к нему пойду потом, когда мне надо будет шлюз открывать. А пока что я лучше все-таки пойду... отдам им денег. Вот. Они, конечно, еще пока никого не буксировали, но... Но денег я им дам. Денег я им дам. Они говорят, черт-то знаешь, что такое. Они думали, я сейчас скажу так, миллионы. $100. По-моему, игры как раз где-то $100 стоят. Я имею в виду на PlayStation там и так далее. Так вы вина не хотите или порошка, я не знаю, что это. Вина тоже не хотят. Крюк вот вам не нужен. Держите свои деньги, короче. Прям получи. Вот ваши деньги. Я пересчитала ровно 100. Бжих, кидай. О, она кинула. Клёво. Именно ему главное. Клёво. Он-то честный, может. Правда, наверное, слишком честный. А, спасибо. Вы легко достать доллар. Вы настоящий бизнес-леди, а? Ну, я здесь не одна такая. Мы рад работать с вами. Теперь вы открыть шлюз, или мы не можем помогать. А почему вы сами с ними не справились? В конце концов, на это большого ума не надо. Ma vor vat pensiero sesto, di kleina madam. No se sei mar alles non comprendo, en allora caput, en andere bordel. Wir zwarma. Панель управления тяжелая. Капут. Мой муж говорит, инструкция сложная. Не понимать руководство. Мой муж сердитый, очень сердитый. А теперь телефон сломаться. Ну, хватит. И что вы собираетесь делать дальше? Мы ждать починитель. Так, а у меня нет времени ждать. Я пойду и сама посмотрю. Должен же быть какой-то способ открыть эти шлюзы. Вот ключ. У моряки всегда есть ключ для замка. Да, клево. И такие, и дали мне отмычку, или это как его... забыл, как называется, скрепку, или что-то в этом духе. Так, понимаю, да, это спасибо. Скрепка. Да пожалуйста, господи, я что-то могу с кем-то говорить. Я могу говорить о... Как посмотреть? Шлюзы. Так, бери эту скрепку, короче. Вот. И давайте поговорим о шлюзах. Обязательно во множественном числе, потому что... Шлюзы, они же не бывают... Да, типичная скрепка, я о чем говорю. Шлюзы, они же не бывают в единственном числе. Исключительно множественном. Окей. Только, блин, получилось, потому что...
Потому что еще и панель управления это. Ну, кстати, что интересно, головоломок, по всей видимости. О, кто-то звонит. А, интересно. Ну, кто там? Алло. Кейт, ну как ты там, крошка? Я вчера видела потрясающую шубку и сразу вспомнила о тебе. Ты там тепло одеваешься? Эти иностранцы совершенно не умеют одеваться по погоде. Мам, ты у меня такая заботливая. Со мной все в порядке, правда. Путешествую с ветерком, все хорошо. Правда, вот... Так когда ж ты вернешься? Фрэнк смерть как хочет с тобой познакомиться. Какой Фрэнк? А, твой певец. Так вы встречаетесь? Ни за что не угадаешь, какой он мне сделал вчера сюрприз. Предложение сделал. Какой? Он пригласил меня на благотворительный концерт в пользу... забыла, в пользу кого. Он там спел пару арий, а в самом конце пригласил меня на сцену, представляешь? Я, твоя родная мать, на сцене. Меня видели тысячи людей. Ой, да ради бога. Вот это да. Жаль, что меня там не было. И ты не испугалась? Жутко испугалась. Я же неделю не была у парикмахера. Да и платье было совсем простенькое. Но Фрэнк сказал, что в следующий раз он это учтет. Ой, он такой милый. И у него такой милый маленький. Не сомневаюсь, мам. Было бы так здорово, если бы ты к нам присоединилась. Дай сообразить, когда у него следующий концерт. Я в последнее время такая рассеянная. Смотри, зайка, годы пролетят, и ты опомниться не успеешь, как у тебя тоже начнется склероз. Я очень надеюсь, что нет. Рада была тебя услышать. Целую. Я тебя тоже целую, зайка. Хотя вру. Мой склероз уже начался. Нужно только, чтобы он не ухудшился. Так. Дядя, ну, срочно рассказал мне все про шлюзы, все, что знаешь. Я знаю, что ты единственный человек, с которым я могу поговорить об этом. Ну, еще Оскар, может быть. В худшем случае. Можно мне вас побеспокоить? Я могу вам чем-нибудь помочь, мисс? Теперь он не страшно занят, да? Шлюзы! Вы мне не расскажете, как работает система шлюзов на канале? Шлюзы? Да, там несколько запечатанных ворот. Умно придумано, верно? Это чтобы лодки могли проходить по каналу. Там очень большой перепад высоты, вроде лестницы, понимаете? Вот так сидишь на берегу, наблюдаешь и... Простите, я, наверное, неясно выразилась. Я хотела узнать, как открывать и закрывать эти ворота и как менять уровень воды. Ну, я не уверен насчет точной процедуры. Поезда, баржи, поезда. Это довольно разные штуковины. Так ты ни хрена не знаешь, значит? И Оскар, похоже, тоже вряд ли что-то знает, потому что он в основном разбирается тоже только в поездах. А с кем я еще могу говорить? Я еще могу говорить с Понсом, который, кстати, дает вообще все подсказки по всем поводам. Поэтому Понс, скорее всего, если что, мне поможет. Но Понс, блин, далеко. Поэтому я надеюсь на свои собственные силы. Как это так часто бывает. О, эта штука действительно здесь. Я в какой-то момент испугался, думал, что надо было идти в другую сторону. Так, ну что у нас тут интересного? А, ключ, у меня есть ключ, отлично. Ну, в смысле, скрепка, ну, неважно. Черт. Я не могу перевести эту инструкцию. Я не могу перевести эту инструкцию. А кто может... Блин, а? 7, 8 и чё? Направление и загруженность. Есть мысль, что, например, вот так и вот так. И... А что еще нажать надо? Или вот... А, это я одну стираю, это я две стираю. Это... Что за хрень? Блин, а...
Так. Похоже, эта штука сломана. Эта штука сломана. Давайте быстренько поговорим с Понсом об этом. Жужа, Понс! Да, в чем дело? Да. Слушай, я что-то, по-моему, мог взять. Че я мог взять? Какого хрена? Че? Это что такое? Эй, ты еще что-то на своем столе прячешь? Это мне сейчас не нужно. Какого хрена? А, это мамонт. Это мамонт, он же изучает на него, пялись сбоку, да, точно, однозначно. Шлюзы! У меня такое впечатление, что если я хочу двигаться дальше, мне придется разобраться со шлюзами на канале. Ну, возможно, вы правы. Ну, что ж, открывайте, мне это не помешает. Это все? Ладно. Ну что ж, не буду... Как? Я записываю уже достаточно давно. Поэтому давайте встретимся с вами в следующий раз. Я уверен, что в следующий раз мы сможем открыть эти дурацкие шлюзы, потому что я не думаю, чтобы эта задачка была слишком сложной. Давайте, пока.